Всем привет! Продолжаем изучать программы ZBrush, Sculptris. Сегодня давайте поговорим, что такое отверстия, пустоты в модели, как их сделать, как это происходит. Вот, допустим, в Sculptris, чтобы сделать пустоту, нужно нажать Drive кнопку и инвертировать его. Можно клей поставить, тогда будет ровно, увеличим чуть объем. И вот так, вот такие у нас пустоты он делает. Делаем чуть поглубже. Вот так вот. Вот у нас получилась вот такая пустота. Если мы уберем клей, у нас будет вот такая пустота получаться. Вот. Посмотрели. Давайте теперь посмотрим, как это делается в ZBrush. Поехали. Вот такая в ZBrush ровная получается пустота, отверстие. Сейчас я поближе вам поставлю. Вот ровные грани. Все красиво, хорошо. Давайте теперь посмотрим, как это сделать. Открываем нашу сферу. Вот такая сфера получается. Отключаем дисторцию, сетку, лур отключим. Вот такая у нас получилась сфера. Нажимаем Make Poly Mesh. Это вот кнопка вот здесь. Запоминайте зрительно. Может, я неправильно ее перевожу. Subtool появился у нас. Вот он. Теперь что мы делаем? Теперь мы заходим, вот эта кнопка геометрия, в геометрию. И надо сделать DynaMesh. Вот эта вот кнопка. Добавляем полигонов. 480 поставим. Нажимаем DynaMesh. Преобразуем ее. Теперь берем, выделяем, зажав Shift и левую кнопку мыши, выделяем сферу. Открываем Brush и находим вот такой цилиндр. Вот мы его нашли, поставили. Зажимаем теперь кнопку, уменьшаем теперь полозок. Размер пера. И зажимаем Alt. И левую кнопку мыши начинаем вытягивать кверху. Вот мы ее вытянули. Вот так у нас получается. И теперь зажимаем Ctrl. И левая кнопка мыши делаем два раза на свободной поверхности. Все, вот такая у нас получилась сфера. Такой выемкой. Теперь мы можем опять выделить ее, зажав Ctrl, выделить опять можем ее и опять вытянуть, зажав Alt, вытянуть несколько сфер разным объемом и нажать два клика. Вот у нас вот такие получаются дырки, отверстия. Можно сделать сквозную даже, зажав. Сейчас. Зажимаем, опять выделяем.
выделили, вытягиваем наш цилиндр. Затем нажимаем Move, кнопку, вот она. Делаем ее больше, вытягиваем. Опять ставим ее, вытягиваем. И насквозь ее пропускаем, видите? Вот. И отключив Move, нажав Drive, делаем два клика по свободной поверхности. Вот у нас сквозная дырка выходит, отверстие. Ничего сложного. Все. Можно их несколько сделать, можно сделать их даже больше. Вот так вот такую можно сделать. Опять нажимаем Move. Вытягиваем ее. Вытягиваем. Пропускаем ее. Даже вот так вот. Давайте попробуем сделать. И два клика по свободной поверхности. Вот такая выемка у нас получилась. Вот она у нас здесь есть. Теперь давайте мы ее сохраним. Посмотрим, примет ли Sculptress ее. Sculptress не любит геометрию, треугольники, квадраты. У него получаются грани кривые, сглаженные, все округлое. Но это можно тоже подправлять, можно делать. Я потом объясню, как это сделать. Давайте теперь откроем Sculptress и попробуем импортировать сюда нашу модель, которую мы сделали в ZBrush. Находим ее. По-моему, вот это. И импортируем ее сюда. Посмотрим, примет, нет. Может даже не принять. Посмотрим. Нет, он ее не принимает. Потому что очень много ровных углов. В следующий раз расскажу, как подправить это дело и импортировать Sculptress. Все, всем до свидания. Изучайте, тренируйтесь. Всем пока.